Ты как готовиться к игре, где есть Марадона? Это как хороший вопрос. Это как сейчас, как готовиться к игре, в которой есть Месси? Да никак, бери простынь да на кладбище, как говорится. Шучу. Ничего специального. Против таких футболистов не придумано ничего. Да, конечно, Василий играл персонально против него. Да, конечно, мы... Ну, как изучать Марадону? Он может все, что нам, смертным, не под силу. То же самое Месси. Но ясно, что это ненормальный человек. Что человек, от которого можно ждать все, что угодно, которого мы даже представить себе не можем. К ним готовиться бесполезно. Мы просто хотели, чтобы Василий не дал ему получать мяч. Создать дискомфорт. Всего-навсего дискомфорт ему создать. Все время ходит, все время рядом он получает мяч, а здесь Василий в борьбу вступает. Ему не очень это понравилось.